В поселке Развилка на дороге от дома номер 10 до деревни Ощерино положили новый асфальт. Чтобы минимизировать неудобства для местных жителей, работы проводились в ночное время суток. Данная дорога давно требовала ремонта. Городские службы взаимодействовали слаженно. Пока рабочие выравнивали свежий асфальт на одном участке, на другом новое полотно уже укатывалось с помощью техники. Всего в этом году в муниципалитете планируется обновить 17 участков дорог общей протяженностью 15 километров. Какие улицы необходимо отремонтировать, было решено на основе обращений жителей.